я делала предновогодние, можно сказать, покупки. Приобретала вот такие сережки. Именно к сережкам этим подбирала кольцо. Хотела одеть под платье, но не все мои ожидания оправдались, так как, если вам видно, вот на этой сережке камешек отпал. Не очень красиво стало смотреться. Не знаю, можно, в принципе, подклеить это все, но как будет смотреться оно после подклеивания, неизвестно. И перейдем к подаркам. Я получила в подарок от своей знакомой вот такие вот самодельные сережки. Она как-то увлеклась этим делом и делала такие украшения. На данный момент, я не знаю, занимается она еще этим или нет, так как у нее есть дети, и, как мы знаем, дети отнимают большую часть времени в нашей жизни. Но на тот момент, когда она мне дарила вот эти прелестные сережки, она занималась, у нее очень много всяких поделок было. Очень, в принципе, довольно-таки неплохой материал. Они идут такие вот, как под старину. У меня еще есть свитерок такой зимний, очень крупной вязки такой. И на нем есть такой карман-обманка, у которого замок выполнен из вот такого вот темного материала, железа, я не знаю. Очень подходили эти сережки к этому свитерку. Я носила с удовольствием, конечно. И еще также ее супруг мне преподнес вот такую вещь. Конечно, она довольно-таки вульгарная, наверное. Я не знаю, как еще ее назвать. Это Оззи Осборн. И такие вот черепки, что ли. Даже не черепки, а какие-то злые мордочки в виде шармиков. Есть еще вот такой вот шармик обычный. И все это повязано на кожу, на такие вот кожаные ремешки. Это, в принципе, идет браслет. Я его часто ношу. У меня есть такое платье, немного в рокерском стиле. Оно даже не платье, как платье-туника. И, в принципе, под это платье смотрится вот именно этот браслет неплохо. Это, в принципе, и вся бижутерия, которую я вам хотела показать. Надеюсь, вам видео понравилось. Если да, ставьте пальчики вверх. Всем спасибо за внимание и пока-пока.